Всем привет! Сегодня у нас посылочка с AliExpress. Это лампа для маникюра. Пришла она очень быстро и стоила совсем недорого. Давайте вместе с вами проверим, как она себя ведет в работе. Так, такая упаковка у нее. Внутри коробка. Вроде бы упаковано все хорошо. Я надеюсь, что лампа пришла целая. Так, открываем. Все, убираем лишнее. Так, вот такая коробка с надписью на английском языке. Открываем. Ага, вот она, где самая главная поверхность. Так, и достаем. Все, в коробке больше ничего нет. Смотрим дальше. Так, очень маленькая лампа, небольшая. Это уже для одной руки идет. Мешочек тоже пустой убираем. Так, 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 разбираемся. Значит, идет маленькая инструкция в виде одного листочка несчастного. Так, ну я думаю, без нее все нам будет понятно. Посмотрите, какая красивая лампа. Убираем сразу вот эту пленку полиэтиленовую. Она идет у нас с ручкой для переноски. Очень удобно, когда, допустим, убираешь на столе, просто переставить, вытереть пыль, ну или куда-то убрать на время. Так, что мне понравилось здесь, что здесь кнопки смотрят к мастеру лицом. Ну, то есть вот эти вот надписи каждой кнопочки 10, 30, 60 секунд и 99. А табло уже будет показывать цифрами туда. Так, вот так она выглядит. Такая удлиненная, интересная, небольшая. Так, поверхность у нас, дно у нас съемное. Так, сейчас попробуем. Тяжеловато снимается первый раз. Так, как бы это все не сломать. Вот, все. Дно съемное на вот таких вот круглых штучках. Так, одна рука у нас тут помещается, две уже нет. Ну, хотя по возможности можно и две. Покажу лампочки. Здесь даже есть у нас отверстие для вентиляции. Так, одеваем назад. Ну и давайте посмотрим теперь шнур. Так, шнур у нас идет длинный, я вижу, что более-менее. Ну да, больше метра, а может быть метр. Вилка вот такая, европейская. Мне понравилось, что здесь вилка, а не вот такой громоздкий переходник. Так, ну давайте теперь включим и проверим ее. Вот так вот загорелись у нас кнопочки, вернее циферблат. В экран они моргают, на самом деле нет. Ничего тут у нас не моргает. Заносим ручку, и время пошло отсчитывать. Мне очень непривычно, потому что предыдущая лампа у меня со звуком, то есть она гудит. А здесь у нас тишина полная, так непривычно уже. Ну вот видите, все. Давайте теперь проверим 10 секунд. Ну, счет идет в обратную. Так, 30 секунд. Так, хорошо, что не сбивается. 60 секунд. Но памяти, по-моему, здесь нет. Да, памяти здесь нет, то есть заносим и ручку, срабатывает от 120 секунд и ниже скорость пошла. То есть каждый раз надо включать ту заявленное время, которое вам необходимо для сушки. Ну, на первый взгляд мне лампа очень нравится, она небольшая. Вот моя предыдущая лампа, сейчас покажу для сравнения. Очень довольна я этой лампой, но для чего заказала вторую? Для того, чтобы
Бывает неудобно, когда человек сушит, допустим, правую руку, ему удобно сидеть, а левую уже приходится тянуться. И поэтому я взяла вторую, чтобы было очень удобно и слева, и справа. Ну, иногда вот какие-то дизайны делать, чтобы у меня была небольшая такая. Ну, знаете, на первый взгляд прям очень нравится. Проверим ее в мощность. Так, здесь у нас, кстати, заявлено 120 ватт мощность. Ну, я надеюсь, что так оно и есть. А это у меня 84, по-моему. Здесь у меня на две руки лампа. Тоже есть видео, ссылочка на канале на эту лампу. Уже она у меня служит больше года, верой и правдой. Ну, теперь будем и ту проверять, какая лучше. Все равно со временем они приходят в негодность. Лампочки постепенно теряют свою мощность. Так, ну, все хорошо. Чувствуется сразу тепло. Приятное такое. Давайте проверим теперь, как она сушит. Первым экспериментирующим у нас будет Космопрофи гель прозрачный. Наношу его на прозрачную пленочку таким более-менее плотным слоем. Ну, то есть представим, что это у нас ноготочек. И мы выкладываем на него гель. Так, ну, достаточно. Ставим сушить на 60 секунд. Вот время постепенно подходит к концу. Вот честно, мне непривычно, что она молчит. Так уже привыкла к старой лампе, которая у меня постоянно гудит. Но меня это не раздражало, а наоборот было как-то понятно, что высох. Значит, раз перестала гудеть, значит... Так, сейчас вытру липкость. И посмотрим. Ну, гель достаточно тонким слоем, но он просох. Вот, с трудом сгинается. Я не знаю, видно, нет в камеру. Вот такой кусочек у нас. Сейчас мы его вытрем. Липкость с него. Вот такой тонкий кусочек у нас получился. Геля. Ну, вот согнуть его очень трудно. Ну, тонкий он, конечно, будет гибким. Но, тем не менее, вот согнуть его очень сложно. Ну, просох. Так, ладно, с гелем все понятно. А теперь давайте самый вредный черный цвет, который у нас плохо просыхает. Мы сейчас нанесем, у меня в данный случай, в данном случае ТНЛ. Так, нанесем на типсу и попытаемся его просушить в течение 30 секунд. Сделаем такой эксперимент. Черные гель-лаки обычно плохо просыхают. Вот давайте попробуем на 30 секунд. Ставим в лампу и ждем. Так, прошло время у нас. Смотрим на гель-лак. Ну, не знаю пока, что сказать. На первый взгляд он просох, но тем не менее, все-таки, ну, это липкость, конечно, следы вот эти остаются. Давайте еще 30 секунд посушим. Интересно, нажимаются кнопки. У меня на той лампе они сенсорные, а здесь они такие маленькие, аккуратненькие, удобные. И надо их надавливать, чтобы время у нас начала тикать. Так, ну подождем еще немножко. Так. Ну, та же картина. То есть, вроде бы он просох. На первый взгляд. Ничего не отковыривается. Единственное, остаются следы. Просто вот липкий слой. Ну, посмотрим, полежит немножко сейчас. И если она не скукожится, потому что сразу мы этого не поймем. Так, ну,
На первый взгляд лампа вроде бы хорошая. Мне понравился и дизайн, и ее такая форма интересная. Вроде бы красивая, хорошая, аккуратненькая, маленькая такая. И чем-то она напоминает все-таки мою лампу. Вот этими волнами вот здесь напоминает. Поэтому я взяла именно такую. Понравился мне дизайн. Ну и плюс еще такая ручка удобная. Так, ну ссылочку я обязательно оставлю. Лампа недорогая, бюджетная, поэтому можете брать, особенно если новички, для первого раза, как говорится, с чего-то начинать. Ну, лампа вроде бы неплохая. Так, ну все, у нас тут нормально, ничего вроде не скукожилось. Вытираем липкость и смотрим. Ну, вот тут вот поначалу, где я ковыряла, тут вроде чуть-чуть остались следы какие-то, а так вроде бы все просохло. Ну, все, будем пользоваться в процессе. Если интересно, задавайте вопросы. Все, всем спасибо за просмотр, всего хорошего и до новых встреч!